Это был обычный день в Понивиль. Светило солнце, пели птицы, и все пони были счастливы. Затем внезапно небо потемнело и наполнилось биением крыльев. Оборотни, ведомые злой Квин Крисалис, обрушились на Понивиль, грабя все на своем пути и заключая пони в ее зловещие коконы. Она опустилась на замок и с помощью своих приспешников разбила древний волшебный витраж, оставив замок в разрухе. Но самое ужасное, она захватила элементы гармонии и разбила их, разбросав кусочки по всей Эквестрии. Теперь настало время для шести пони вернуть все на свои места. Найдите все, что было украдено, почините витраж и выследите оборотней по всей Эквестрии, чтобы вернуть элементы гармонии в надлежащее место. Вперед, пони! Здорово! Ты снова здесь! Вперед, за дело! Привет, ребятки! С вами я, Вовкин, и вы на канале Мультикекс. В начале этого видео вы увидели мультик про игру Пони, мой My Little Pony, Дружба это чудо. А теперь мы будем играть в нее, в эту игру. Мы тут видим Пинки Пай, вы видели сюжет. Справиться тут без Пинки Пай. Нам нужно вернуть витражи. Посмотри, разбитые. Квин Крисалис произнесла заклинание, и некоторые из наших пони уснули. Выбери пони из тех, что уже проснулись. Да-да, пони уснули. Но есть, которые проснулись. Давайте выберем Пинки Пай и... Нажми на тот Apple пульт Jack. Apple Jack. Вот так вот. Погоня началась. Да, погоня началась, ребята. Злые оборотни будут Кристаллы наказаны. Кристаллы Пай сияют, словно чудо. Эй, у этого оборотня элемент. Погоня началась. Бежим за ним, ребята. Давайте, поняшки, бежите быстрее. Догоняйте злого оборотня. Уже почти. Почти, конечно. Вот-вот, сейчас поймаем. Ух ты! Подожди, здесь может быть ловушка. Это ловушка? Работа для Пинки Пай. Давайте поищем ловушку, ребята. Смотрите, куча камней висела. Но мы нашли. Продолжаем бежать. Нам нужно поймать этого оборотня. Ты на шаг ближе. Стой! Стой, негодяй! Что теперь? Что теперь? Нельзя терять времени. Apple Jack. Внимание, оборотень! Что нужно? Нужно закидать его яблоками, ребята. Вот так вот. У тебя получилось. Попал. Побежали дальше, ребятки. Нужно догонять. Оборотень улетает все дальше. Вот он уже почти у нас в руках. Ух ты! Надоедливые пара спрайты. Ух ты, смотрите. Пинки Пай как танцует, смешно. О, мухи ее испугались и улетели. Бежим дальше. Ребятки, если вы смотрите мультик про Дружба это чудо, про пони, напишите в комментариях, какая пони вам больше всего нравится. Эту дверь. Apple Jack, давай копытцами поработай. И будет трюк. Вот. Apple Jack разбила гору камней. И у нас появились алмазы. Ой, ключ появился. Так, продолжаем догонять оборотня. Вот он, мы поймали его. Слишком быстро. Вы видели, как пони ему нападали, ребятки? Давай вернем это обратно в Понивиль. Конечно, вернем. Медленно, но верно мы возвращаем назад элементы. Нельзя терять времени. Нужно найти остальные. Нельзя, конечно. Оборотни повсюду. Ох уж эти оборотни, ребята. Давайте теперь вот сюда пойдем. Для этого задания нужно только две пони. Только две, хорошо. Давайте возьмем тот же состав. Пинки Пай и Флаттершай. Ой, Флаттершай, Эпплджек, действительно, вперед, ребята. Пони. Флаттершай же спит. Вперед, поняшки, добудем все элементы. Оборотни в Кантерлот? Ненадолго. Достань этот кусочек витража.
Со смелыми сердцами и сытыми от пирожных животами пони начали очередную погоню. Наелись пирожина и погоню начали. Вот это да! Ух ты! Подожди, здесь может быть ловушка. Опять ловушка? Это работа для Пинки Пай. Я знаю, что она в дереве. Ух ты, ребята, смотрите. Потрясающе! Что нас там ждало? Если бы они пробежали дальше, на них бы упала эта железная наковальня. Ты на шаг ближе. И не спасла бы шляпа Applejack ее. Что ух ты! Теперь? Королевский стражник. Нужно пройти мимо него. А почему-то он нас задерживает, этот стражник. Мне интересно знать, почему он не за нас, не за пони. Давай, Пинки Пай, развесели его своим танцем. Пинки Пай его загипнотизировала, ребята, своим шальным танцем. Продолжаем бежать. Ребятки, догоняйте. Догоняйте оборотня. На шаг ближе. Вот он уже. Я вижу элемент у него в сумке. Ух ты! Должен быть какой-то способ открыть эту дверь. Applejack приходит на помощь со своими яблоками и копытами. Отличная работа. Бежите дальше, девчонки. Догоняйте этого оборотня. Ты на шаг ух, ближе. Упырь такой. Вот-вот, хватайте его, хватайте. Ух ты! Что это такое? Удар, чтобы открыть этот кокон. Внутри кто-то есть. Давай, Applejack, копыта в бою. Ну что ж такое? Там еще кто-то есть, действительно. Давай, Applejack. Берегитесь, оборотень. Еще один оборотень. Пальцем, чтобы бросить яблоко. Принцип потрясающе. Вот так вот. Мы победили. Продолжаем бежать. Шаг ближе. Давай, давайте, давайте догонять его, поняшки. Получай, злой оборотень. Вот так тебе. По делам. Будешь знать, как воровать элементы. Ты поймала оборотня. Еще один кусочек витража вернулся на место. Вот так вот. Еще много кусочков, ребята, нужно собрать. Будем стараться. Поняшки злые. Оборотни повсюду. Повсюду. Давайте пойдем там, где крокодил. Там, наверное, для что-то будет задания интересное. Две пони. Две пони нужно. Давайте возьмем искорку. Твайлайт Спаркл. Твайлайт Спаркл. Ну и Пинки Пай опять же. Вперед, пони. Мне вот больше нравится Пинки Пай. Больше всех пони. Она такая веселая, заводная, вечно такая, достать, ну не знаю, прикольная. Витража. Приготовься к погоне, оборотень. Какая пони нравится больше всего вам, ребятки? Пишите в комментариях. Уже почти. И, кстати, если вам нравятся пони и все, что с ними связано, ставьте лайк. Посмотрим, насколько вам нравится игра про пони или мультик. Это работа для пони. Вообще, если любите поняш, то ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Лично я вот тоже люблю про поняшек. И мультик люблю, и игры люблю. Уже почти. И я бы не сказал, что это прям девчоночья игра или девчоночий мультик. Что теперь? Прикольный мультик, веселый. Может двигать предметы с помощью магии. Используй свой палец, чтобы помочь ей передвинуть объекты в нужное место. Все, раскидала Твайлайт Спаркл. Мне отлично, проще называть ее Искорка. Но погоня продолжается. Твайлайт Спаркл как-то слишком уже долго. Почти. А вот Искорка это быстро и легко. И понятно, что это она. Что теперь? Ух ты, нужен сочетай ключ. Сочетай символ справа, переключая блоки слева. Это легкотня. Сочетай символ справа, переключая блоки слева. Вот такой. Это мы сейчас быстренько с этим справимся. Вот, ключ бабочка. Ребята, пони уже, пони-оборотень уже улетает. Давайте, торопитесь, нужно догнать его. Скачите, копытца побыстрее, шевелите. Давайте, давайте. Ух ты. Опять дружок его, оборотень дружок. Давай, искорка. Внимание, покажи ему. Камнями его закидаем. Вот так, получай. Потрясающе. Лети отсюда. Крути педали, пока не дали. Правда, ребята? Ишь какой. Уже почти. Поворовали все элементы гармонии. Витражи все побили. Получайте за это. Вот тебе, еще раз. Вот так вот, красота. Крокодильчик. Ничего зеленый. Себе, у тебя получилось. А глаза отлично. Какие красивые. Давай у него. Давай отнесем этот кусочек домой. Вот еще так вот. Еще один кусочек восстановлен. Отличная работа, пони. Ребята, мы потихоньку собираем витраж. Достань этот кусочек витража.
Давайте еще один кусочек достанем. Давайте пойдем туда, где сова. Для этого задания нужно только две пони. Только две. Хорошо. Две так две. Возьмем теперь Applejack и Искорку. Таким составом они еще у меня не бегали. Так, ну что, серьезные девчонки. Достань этот кусочек витража. Тебе сова нужна нам. Витраж, кусочек витража сова. Уже почти. Уже почти. Да я чувствую, сейчас какая-то ловушка будет. Ребята, как вы думаете? Ух ты. Ух ты. Нельзя терять времени. Давай. Разбей этот Искорка. Старый кокон. Разбей. Во, Искорка справилась быстрее, чем отличный ход. Applejack. Снова в погоню. Освободили какую-то пони. Поняша какого-то. Уже почти. Сейчас какая-то подстава будет, ребята. Ух ты. Я же сказал. Нельзя терять времени. Давай, Applejack. Здесь что-то спрятано. Копытца твои мне помогут. Вот так, книжка какая-то. Это похоже на одну из книг «Принцесс Луна». Наверное, нам нужно найти остальные. Наверное. Я думаю, скоро мы их найдем. Ты на шаг ближе. Я уже на два шага ближе. Ух ты. Берегись, оборотень. Время выбирать пони. Выберем Искорку. Я слышу, как кто-то стучится изнутри. Опять, смотрите, наверху зеленый кокон какой-то. Вот. Отличная работа. Новый поняш спасен. Давайте догоняем его. Уже где почти. Этот оборотень? Отдай сову! Отдай кусочек витража сову! Что теперь? Что теперь? Здесь а что теперь? Что-то есть? Ты видишь? Я не это? Знаю. Посмотри внимательнее. Книгу вижу. Вот так. Принцесса пригодится Луна она нам. Рада, что вы вернули ее книги. Принцесса Луна, видели? Прям как у меня на шапке канала. Я даже не думал, что так уже произойдет. Почти. Что я буду выиграть в эту игру. Просто добавил ее туда и все. Ребята, лайк за то, что за луну. Она красивая. Вот, элемент солнышка найден. Давай возьмем это и вернем на свое место. Ну, конечно, возьмем и вернем. Вот сюда, правильно. Кусочек за кусочком мы найдем их все. Найдем, естественно. Вот так вот. Элемент хорошо гармонии. У нас все получилось. Давай ребятки, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях. Делать ли продолжение на эту игру, снимать ли продолжение, вот. И когда подписывайтесь на канал, обязательно ставьте галочку, где колокольчик. И тогда вы не пропустите ни одной новой серии. Ну а с вами был я, Вовкин. Пока-пока.